будем делать все, что в наших силах, и способствовать тому, чтобы защитить Бамут. Но нужно понимать всем, в Бамуте и также не закончилась война, когда пал Бамут. Через 2 месяца мы освободили наши крупнейшие города на территории Чеченской Республики. И здесь точно так же нужно понимать, от падения Бахмута война не заканчивается. Она может обрести еще какую-то новую форму и укрепить дух украинского народа. Но это не значит, что сегодня-завтра Бахмут сдадут. Но если даже придется по каким-то стратегическим соображениям военному руководству, политическому руководству оставить Бахмут, это не означает, что русские победили. Это означает, что не сломлен дух сопротивления украинского народа, и украинский народ победит и выстоит, и освободит свою страну. Я в этом не сомневаюсь. А все люди доброй воли, так же, как и чеченцы, и другие народы, которые сегодня находятся в колониальной зависимости от России, должны способствовать тому, чтобы украинцы победили, и украинский народ победил и выиграл в этой войне. И я уверен, что так оно и будет, потому что Всевышний на стороне справедливости. И сегодня украинцы ведут справедливую войну, тогда как вот эти нелюди, русисты, ведут несправедливую и захватническую войну. Я уверен в том, что победа будет за нами. Иншаллах. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Я вначале оговорился, сказал Бамут, потому что сегодня все параллели есть с Бамутом, потому что это для Украины это маленький городок, для Чеченской Республики Бамут тоже был маленьким населенным пунктом по параметрам, как сейчас Бахмут является для Украины. Но в то же время и в Бамуте в первую русско-чеченскую войну, и сегодня в Украине русско-украинскую войну Бахмут стал таким же символом непоколебимости духа и силы воли украинского народа, как в свое время Бамут был таким же символом силы и мужества, продолжающей сопротивление.
az videójokra süllyedt a sörét? Tehát Bunktur of winter. Daar was ja, hier is ze. Had er bak moeten te gaan wij. Was een killer. Was alweer onzin. Op Joosters, ja, letter. De dokter, dok me aan de schoon. Doe je gasten, wij naar en het weet je. Bak moet die, bamoet die. Amelse, die duitje, ze die ze, ze dacht, was een adios bolsje. Temps ze is schoon. Wat bamoet dat terrele met. وين اعطى بيش تاع هو كان شو اسك تاع شو ودا شيء بمو نت شمالو و يونيفرسي راسبي و تشا دوش تو هما شاشه المغي تاع تاع دو درت سي ودا شيء جيم يورتر از اختار تصنا بامبي اولر غورت اولر كريبست اولر تاع تاع او شو مو تاع دو تاع از ديري كي و هما لام بري تاع بيو حلو يا شلاتش بو شو خل دوخ версия монтая, джагас малый, ой, он садар, да, зубер, цигар, дабянч, письмеха, духу, он же, дахел, дал, 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 куза бештан, везган, уч, Аллах, дал, мокш, дал, дал, меша, дал, 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 мокш, куза, ой, да, мел, дал, что, умой, ой, мел, дал, уж, дал, и веш, ног, чуть, чуть, дал, стан, чуть, и меша, и порт, или, да, алюк, шпор, он же, цулся, он, асхал, сел, малый, Бош куза хилер бандоша, таган ой хоман тея кечинью сисезалла, ахар юхту яна. Ахар юхту яна, он тяча, отгэ цаолч эзэр шэлэш гаха, хара инстях тэй ош замана, цан бай шараха, история, бийца бюч лэхтэр бош, бюх туан бу, таган расизм, чуа, даваш бэ. Нахо бюх ч тэмэха, ой хам, от бюх ч эгуан, а нистагэя ч, газ кшо га игэр, сэч о йох пропаганда, иршэй, شش دایتین و چهل باش سانی. ام دال لحظه هر آن باند رو سری چخت دال دال دیگه ای بیاد کیو میشه. Сегодня мы находимся в штабе Бахмута. То, что сегодня здесь происходит, мы прошлись и по городу, пообщались с командованием штаба обороны Бахмута. Я еще раз хочу подчеркнуть, что для чеченцев, и для украинцев сегодня Бахмут и Бамут, они стали таким символами непокоримости, силы духа наших народов. Несмотря на то, что и Бамут, и Бахмут, они не являются какими-то стратегическими регионами в этой войне, но, однако, они являются символами именно сопротивления, мужества и силы духа. И для нас очень важно сегодня участие чеченцев в этой войне, и я хочу, пользуясь случаем, сегодня, да, есть очень четкое взаимодействие чеченцев и украинцев в этой войне. И, конечно, стремление Путина повязать чеченцев украинской кровью и на оставшееся время, чтобы чеченцы как народ был обвинен
и был навешан ярлык на чеченцев, как на народ агрессора, это им не удалось. Благодаря тому, что сегодня или еще 3 года назад наши украинцы, наши братья связались с одними нашими земляками, или вернее с нашими людьми, которые знали про чеченцев, знали про первую русско-чеченскую войну, это Курт и Макар. И благодаря именно этим людям сегодня взаимодействие чеченцев и украинцев, оно достигло своего пика, потому что сегодня вместе чеченцы с украинцами проливают кровь, защищая наше, теперь уже наше общее территориальное пространство и Украину, и в последующем это станет причиной деоккупации и нашей территории, Чечни. И сегодня и чеченцы, и я хочу еще раз подчеркнуть еще один немаловажный момент, что здесь сегодня находятся не только чеченцы, но и другие представители Кавказа. И естественно одно, что Кавказ – это как единый организм. И в последующем, когда влияние России закончится на Кавказе, это должен стать и единым государственным образованием. А то, что вот та страна и та Россия, которая развязала войну против Украины, что этого государственного образования по завершении этой войны не будет, я не сомневаюсь. Значит, мы сегодня уже здесь, находясь здесь, в Украине, и защищая Украину, должны делать так, чтобы мы уже сформировались как ядро, как целое единое ядро для создание своего государства для деоккупации нашей страны от России. И украинцы нам сегодня поэтому дают очень хороший пример. И способствуют, и помогают нам, чтобы мы этого добились. И я уверен в том, что Украина победит, а это будет наша общая победа.